Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой вот шикарный журнал Elle. Шикарный он, потому что здесь Риана на обложке. Это август 2010 года, это было очень давно. Это достаточно толстенький журнал, тогда вот прям выпускали такие, и он классный, конечно. Ну, я не ценитель моды, поэтому для меня это просто журнал с Рианой на обложке, но, наверное, для ценителей моды он будет прям совсем крутым. Давайте смотреть, что здесь есть. К сожалению, здесь очень маленькая статья про Риану. Ну, тогда именно такие глянцы. Она этим грешила, что выпускала журналы, в которых на обложке звезда, а потом как бы ничего про нее нет. Здесь вот звезда на обложке, певица Риана, тролливали, что вот на ней надето, стиль, кто придумал, короче, стилисты, все расписано. Визажисты, дизайнеры все. Так, ну и саму статью сейчас найдем. Вот у нас такая тут пиратка Карибского моря написана. Вот такая вот у нас тут Риана. Ну, Риана вообще классная, мне кажется. И что на нее не наденешь, все будет фэшн. Вот. Ну, в принципе, это как бы все. Плюс я еще тут листала, пока этот журнал нашла тут, так, ну, обычно в конце там бывают всякие разные мероприятия, и здесь куча вот всяких разных фоток, и я тут между делом нашла Дженнифер Лопес с Марком Энтони. Вот, здесь вот всякие тут есть Наоми Кэмпбелл, Дженна Фриски, может еще кто есть, но я тут особо не разглядывала, вот только они в глаза бросились. Вот такой вот у меня есть журнальчик. Надеюсь, вам был полезен данный обзор, он вам понравился. Если вы хотите увидеть еще какие-нибудь журналы с Рианой, то у меня есть на канале. Так что заходите, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И пока-пока!